настоящее время сотрудников силовых структур было зарегистрировано 20 случаев COVID-19. И половина из них находились на лечении в Республиканской клинике инфекционной больницы и были выписаны в удовлетворительном состоянии. 10 находятся на лечении также в Республиканской клинике инфекционной больницы. Но вчера вечером, к вечеру, поступило еще 7 сотрудников силовых структур, которые также поступили на лечение в Республиканскую клинику инфекционную больницу.